команда одно целое, и нам было легко поддерживать темп всю игру. Долго шли, конечно, мы планировали первое место, но так получилось. Но мы месяц работали, пахали, и наша работа оправдалась. Мы заняли третье место, которое мы заслужили. Состав. Много девочек, если я не ошибаюсь, 4 играют уже в Суперлиге. Конечно, мы были поопытнее, но нельзя сказать, что Динамо Юниор сыграли плохо. Они выдали очень хороший матч и были достойны победы, но, может быть, нам чуть-чуть повезло. Переломный момент наступил в третьей четверти. Мы реализовали несколько важных трехочковок. Вначале я попала два, потом Мария Грищук тоже забила сумасшедшую трехочковую. Это принесло такую уверенность и энергию. И вот такую вот энергию команде нашей. Поэтому выиграли, но все равно вклад внесли все. И каждые очки, там 2, 3, 4, кто забил, все они очень важны были для этой победы. На финал, как на последний, стараюсь отдавать всю себя на площадке. Я думаю, так можно сказать про каждого игрока, поэтому просто любовь к баскетболу.